На днях стартовал республиканский месячник оборонно-массовой и спортивной работы. Его открыл турнир по армспорту памяти Николая Поручикова. Соревнования проводятся второй год подряд. Почтить память майора милиции, погибшего в Чеченской республике, собрались школьники со всей Чувашии, участники соревнований, родственники, коллеги и друзья. В Большекотрайской школе Чебоксарского района второй год подряд проходит республиканский турнир по армспорту памяти героя-земляка. Николай Поручиков из числа настоящих героев. Защищая родину, он отдал самое дорогое – свою жизнь. В марте 2011 года для выполнения служебно-боевых задач в составе мобильного отряда МВД России был командирован в Республику Дагестан. Через месяц майор милиции Николай Поручиков погиб в неравном бою в городе Хасавюрт. Ему было всего 36 лет. Молодое поколение, которые поступают в наши ряды, должно быть достойно как его подвига, ну и равняться, конечно, на Николая. Николай Поручиков как раз из тех, хотя его рядом с нами нет, но он все равно с нами и помогает воспитывать в нас вот этот дух, силу, стремление и стремление к победе и достижение победы. Накал страстей на соревнованиях был нешуточный. Каждый стремился к победе изо всех сил. Лучшими в командном зачете стали ученики в Руман-Сюктерской школы Чебоксарского района. Абсолютным чемпионом среди юношей – ученик 59-й школы города Чебоксары Антон Шершов. А среди девушек первой стала Наталья Пыркина, учащаяся Кугейской школы номер один. Когда соревнования закончились, все собравшиеся возложили цветы к могиле Николая Поручикова. Татьяна Трофимова, Игорь Поручиков, Евгений Анисимов, Республика.